на небольшой полянке в лесу. Разрушенное строение. Рябина. Там чуть дальше еще какое-то разрушенное здание. Да, но тут плиты, кирпичная кладка. Был дом когда-то. Что он тут делал, только в лесу? Тут даже есть кафельная плитка. Красный кирпич кругом. Что за плитка? Зачем она тут? Слушайте, это туалет, что ли, или душ? Висят крючки. Здесь труба, по которой явно когда-то текла вода. Напоминает мне это душу, это все. Или туалет, или душ. Потому что такие плитки обычно кафельные плитки в душе или в туалете. Здесь плита. Так, вон там дорога и линия электропередач. Может быть, тут и электричество было когда-то. Так, а тут вот еще один дом большой. Но разрушено все. Ой-ой-ой, смотрите-ка тут что. Двери вон валяются. Так, вот здесь видны окна. Вон два окна. Какой-то большой дом здесь был. Плита вон лежит. И все облицовано плиткой. Поддоны. Ну, я не знаю, есть ли смысл туда спускаться. Но тут все заросло, вон там вон трава уже заросла. Дверной проем, косяк. Если аккуратно. Не, ну там смотреть-то нечего. Кирпичи в основном. Короче, не знаю, что тут было. Все разрушено. А где-то дятел стучит. Смотрите-ка, вот такая вот плитка. Здесь даже узорная была. Так, вон там дорога. Опа, колонка. Я удивлюсь, если она работает. Нет, конечно, она не работает. Так, здесь лавка. Слушайте, ну какое-то разрушенное строение. Так, вот это вот оконная рама, но я уже туда не пойду. Там ничего интересного. Большой кирпичный дом.
облицован кафельной плиткой был когда-то. Что это за дом был, хрен его знает. Так, вот тут какая-то дорога. Линия электропередач. Тут есть электричество. Слушайте, я вижу, вон там каркас еще одного заброшенного дома. Но это дом деревянный. Вон он. Так, вот эта дорожка, наверное, к нему ведет. Слышите, ребята, какие-то заброшенные дома тут. Вроде поблизости деревни никакой здесь нет. Давайте посмотрим аккуратно. Так, ну это двух- или даже трехэтажное строение было. Деревянное. Деревянные балки. Доски вот вижу. К сожалению, они влажные и сырые, поэтому, наверное, на самый верх-то я не полезу, чтобы не свалиться где-нибудь. Так, вот сюда залезу сейчас. Ага, бревна. Ну вот. Примерно вот так вот это все выглядит. Деревянный дом. Все разрушено. Никакой утвари я не вижу. Ни мебели. Сплошные доски. Там он гора. А вот тут окно было на втором этаже. Так, ну ладно, внутрь я не полезу, там ничего интересного нет. На второй этаж, на втором этаже пола нет. Туда вот я тоже не полезу. Не вижу там просто ничего интересного. Вот так вот, ребята, в лесу два дома. Вернее, даже три строения. Один каменный, другой деревянный. Я нашел, не знаю, что тут такое было. Повторяюсь, поблизости деревни-то никакой нет. Так вот в лесу, чего они тут стояли. Фиг их знает. Ну ладно.